Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка и небольшой тест 1-метрового кабеля на Type-C, который нужен нам для передачи данных. Выглядит он следующим образом. Из особенностей у него это то, что длина у него 1 метр, USB 2.0, пропускная способность 2 ампера и до 36 вольт. Он может заряжать быстро телефоны по быстрой зарядке, но мне он нужен для передачи данных. Я хочу посмотреть на USB 2.0, какая будет скорость по передаче данных на нем. Так что, кому интересно, за счет своей повышенной надежности, можно ли его носить постоянно с собой, надолго ли его хватит и неубиваемый ли он будет в процессе работы. Всем, кому интересно, остаемся, смотрим. Итак, вот наш подопытный на сегодня. Высокая скорость зарядки заявлена. Ну, посмотрим. Зарядка нас интересует меньше всего. Сие чудо якобы изготовлено в России. Конечно, я сомневаюсь в этом. Скорее всего, это жуткий Китай, который здесь просто перепаковывается. Но, тем не менее, заявлено, что его Техносейл делает. Россия, Москва, Загородное шоссе, импортер Вега, ну, то есть уже город Москва. Бла-бла-бла. Ну, короче, такая вот штука. В ней Type-C и порт USB. Здесь у нас 24 AVG кабель на 0,5 мм, что позволяет быстро заряжать смартфоны, планшеты током до 2 ампер. Брал я его, собственно говоря, из-за якобы его функциональной защиты. То есть вот здесь, вот где обычно перетирается, у нас стоит пружинка. Заводская, усиленная, возможно, просто приклеенная. Здесь вот она еще немного так крутится, но не выкручивается. То есть вот такого плана. У нас идет соединение. Ну, а теперь будем тестить. Первый тест у нас будет на передачу данных родным кабелем, который USB 3.0 поддерживает, и USB 3.1 передачу, технологию передачи данных. Второй тест непосредственно этого кабеля повышенной надежности. Смотрим, с какой скоростью он тот же самый файл передаст в то же самое место и из того же самого места на компьютере. Будет ли существенная разница в скорости, мы сейчас увидим. В общем, несколько вариантов, найденных на AliExpress, намного лучше и по показателям выше, чем то, что предлагают москвичи. Поэтому тем, кому интересно, могут заказать данную продукцию у китайцев и проверить. Ну а на данной тематике я ставлю крест. Единственное, что хотелось бы сказать, так это только то, что данный кабель, который мы тестировали, действительно быстро заряжает телефон. Но опять же, другой кабель будет заряжать намного быстрее, если аппарат будет эту технологию Quick Charge поддерживать до 3 ампер, либо до 5 ампер.
А так, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч!